Добрый день. Предлагаю вашему вниманию обзор барабана фирмы Premier серии Джиниста. Стандартный серийный малый барабан. Вот. Оснащен системой подвода пружины. Вот. Работает безупречно. Вот, легким движением руки. Сама пружина крепится вот такими вот пластиковыми пластинками. Система достаточно удобная и надежная. Проблем никаких не возникает. Совершенно бессмысленно тюнинговать. Пробовал лично, ни к чему хорошему это не приводит. Поставил родную пружину, остался доволен. Лаги. Все лаги у современных барабанов Premier, они немножечко стали другими. Они посвежели, они округлели. Ну, как по мне, стали приятнее. Даже чисто визуально. Очень правильные резиночки подложены под лагами. То есть нету соприкосновения железа и дерева. То есть между ними есть прослойка резиновая. И это очень важно для сохранения родного сустейна, чтобы барабан дышал и звучал своим звуком, а не дребезжал и так далее. Стандартные обода. Вот. Никакого литья здесь нет. Но при этом барабан очень легкий, практичный, удобный. Рабочий пластик я поставил сразу же другой. Только из соображений того, чтобы сохранить барабан, ну, со временем, чтобы поставить на него родной пластик и оставить его в девственном виде. Дальше. Большой барабан. Это респект и уважуха производителю. Это красавец. Красавец во всех отношениях. Лак великолепен. Лак великолепный. Внешний вид у него, ну, как по мне, просто безупречный. Особенности. Точно так же круглые лаги стоят с очень толстой резинкой. То есть мы полностью сохраняем резонанс самого инструмента. Стандартный внешний пластик. Суперсоник называется. Вот. Дырочка — это уже тюнинг, то есть он идет цельный. Отверстие для том-холдера и ноги. Ноги очень классные. Значит, пошаговая система. Вот, то есть как часики может ходить стрелка, все это крепится на любом уровне. Крепится легко, одним движением. Все, по-моему, здесь великолепно. И что очень важно, высота ножки удовлетворит, по-моему, любого исполнителя с любым ростом. Вот. Все стандартным ключом закручивается. Как принято, ножка острая, ножка выкручивается. Ну, в общем, здесь все стандартно. Рабочий пластик на барабане я поставил под себя Aquarian Super Kick. Вот. Это один из моих любимейших пластиков. Что еще? Демпфировать барабан я не стал. Мне очень нравится его звук. Натуральный. Единственное, что в нем есть вот такая вот полосочка мягенькая, с липучками. То есть я не пользуюсь самой липучкой. Он касается одного пластика и другого. Все, больше в барабане нет ничего. Томы. Помимо безупречного лака, современных лагов, прорезиненных, стандартных ободов, особенность подвесных томов вот в этом вот гениальном креплении. Чем оно гениально?
Значит, за счет вот этого дополнительного крепления барабан никоим образом не соприкасается с холдером. Таким образом, он висит, вот резиночки, которые на болтах, не дают соприкасаться железу с железом. То есть получается сустейн у барабана честный, родной, без примесей. Двенадцатый такой же. Значит, по флуртому он оснащен стандартными креплениями трех ножек. Вот, все это в комплекте. А в стандартной комплектации идет том-холдер с шариковыми зажимами и с мультилоками, соответственно. Есть дополнительные отверстия там, для сплэшки, хета, какой-то перкуссии на ваше усмотрение. Вот таким стандартным образом он крепится. Мультилок не дает ему упасть. Размеры 22 на 18, 10 на 8, 12 на 9, и что очень важно, 14 на 14. То есть это полноценный флуртом с яйцами. Малый барабан 14 на 6. Давайте перейдем конкретно к звуку. Как твои ощущения на сцене? Огонь, очень круто. Барабаны настолько плотные, настолько всеобъемлющие. Я получил искреннее удовольствие. Что мне нравится в малом барабане, он атакует и сюда, и сюда. То есть он раскрывается полностью. Нету, многие барабаны, вот бьешь и не понимаешь, звук уходит. Этот барабан отражается и сюда, и сюда. Я вышел, послушал в порталах, как он звучит, ну просто бомба. Его спектр настолько широкий, что его можно применять абсолютно во всех музыкальных направлениях. Абсолютно во всех. Что касается томов, они глубокие, они приятные, то есть такой немножко бархатный звук с приятным низом, без зашкаливания. Большой барабан. Ну, я специально поставил более матовый пластик, чтобы добиться более теплого звука. В принципе, можно добиться и атакующей точки. То есть это уже вопрос тюнинга. В общем и целом, я барабанами очень доволен. С удовольствием буду на них играть и использовать в различных музыкальных ситуациях. Супер! Я рад, что понравилось. Спасибо. Спасибо за выбор. Спасибо.